Когда сажать редьку в открытый грунт? Редька – полезный корнеплод из семейства однолетних растений крестоцветных. Выращивается на дачных участках часто, так как предпочитает умеренный климат и доступные для многих регионов погодные условия. История выращивания редьки достигает корнями еще древности. Каждому дачнику рекомендуют высаживать редьку на своем участке и употреблять ее затем в пищу, поскольку этот овощ – кладезь полезных витаминов и микроэлементов. Как и когда сажать редьку в открытый грунт? Как ее правильно удобрять? Чем обрабатывать грунт, чтобы он не поражался заболеваниями? Как хранить овощ? Вы узнаете в статьях, посвященных по уходу за редькой в открытом грунте. Когда сажать редьку в открытый грунт? Редька относится к ранним растениям, поскольку с легкостью переносит холода. Ее морозоустойчивость похвальна, может дать сходы и при температуре от плюс 2 до плюс 5 градусов. Перепады температуры корнеплоду не страшны. Заморозки до минус 5 до потепления к плюсовой температуре воспринимаются овощем со стойкостью. Сажать редьку в открытый грунт можно ранней весной. Идеальные месяца для посадки – апрель, май, июнь. Ранние сорта можно посадить в конце марта или в начале апреля, если погодные условия позволяют. Все же почвенный грунт должен быть достаточно прогрет, чтобы его смогли обработать, а затем посадить редьку. Оптимальный вариант, когда можно сажать редьку в открытый грунт, с 25 апреля по 10 мая. Сорта для хранения зимой обычно высаживают в июне. Как сажать редьку в открытый грунт? Для посадки редьки в открытый грунт нужно подготовить почвенную смесь. Основные параметры почвенной смеси для посадки редьки – влажная почва, большое содержание перегноя, плодородный состав, нейтральная и слабощелочная реакции. Не забывайте о севообороте и культурах предшественников, соседях по грядке. Редьку можно и даже нужно высаживать с репой и редисом, другими корнеплодами. Что касается предшественников, то это все бобовые культуры – огурцы, помидоры, зелень, лук, баклажан, перец, кукуруза. Именно под эти культуры вносится большой объем органических удобрений – почвенную смесь, что идет на пользу и редьке. Редьку нельзя сажать после свеклы, моркови, редиса и редьки, речные соседствия, турнепса, крест-салата, хрена, капусты. Участок для посадки редьки весной обрабатывают еще с осени. Необходимо удалить растения, траву, затем перекопать и удобрить почвенную смесь, повторив процедуру несколько раз. Удобрять нужно компостом или же перегноем по пол ведра на метр квадратный. Не забывайте о подкормках древесной золы в аналогичном объеме. Сажать редьку в открытый грунт нужно на расстоянии по 30 см друг от друга. Бороздка для посадки глубиной 2 см. В каждую лунку закладываются по 2-3 семени для улучшения прорастания. Землю после посадки хорошо уплотняют. Почвенная смесь должна быть постоянно увлажнена, только тогда всходы могут быстро появиться. В среднем редька дает первые всходы уже через неделю. Подзимние сорта редьки высаживаются по аналогичной технологии, но в другой период, указано в июне.